Досталось всем, кроме Мажонца, а началось все с главы Гунибского района, который, судя по всему, такого и не ожидал вовсе. Видеонарезку ужасов села Гамсутль презентовал сам руководитель Дагестана. Узкие улицы села давно заросли крапивой, источник воды там же, где и мусорка, а многие заброшенные сакли несут нагрузку общественных туалетов. Именно так, судя по заранее отснятой картине, встречает туристов заброшенный аул. Чиновник хоть и был застигнут врасплох, все же нашел, что ответить. У нас нет средств, чтобы содержать этот заброшенный аул. Что нам делать, мы не знаем. Меликова такой ответ не устроил. По мнению главы Дагестана, если легализовать доходы местного бизнеса, многие проблемы можно решить. Проводить через кассовый аппарат, и потом эти деньги пускать на развитие этой курортной точки. Я год назад уже говорил о том, что вы должны привести район в порядок. На заседании оперштаба также обсудили подготовку объектов ЖКХ к осенне-зимнему периоду. Первый вице-премьер Мажонц, умеющий планировать, уверенно доложил о том, что запланировано. Здесь обошлось без замечаний главы. Мы в этом году запланировали достаточно большой объем работ. Это подготовка к зиме. В плане у нас стоит 423 котельные, 20 тепловых пунктов, 319 километров замены тепловых сетей. Замена ветхих водопроводных сетей 14 тысяч километров, замена ветхих канализационных сетей 1986 и пополнение аварийного запаса на сумму 39 миллионов рублей. Говорили участники заседания и о капитальном ремонте школ. Минобр, конечно, тоже умеет планировать, но не все по графику идет. Где-то успевают, а где-то и нет. Крик помощи профильного министра был адресован главам отстающих муниципалитетов. Учитывая то, что до планируемой даты окончания работ по капитальному ремонту осталось чуть более месяца, просим глав муниципальных образований, особенно тех, по которым наблюдается невыполнение графиков производства работ, усилить контроль за ходом выполнения работ, своевременно начинать претензионную работу в целях решения задач по реализации всех мероприятий регионального проекта модернизации школьных систем образования Республики Дагестан. От объектов образования перешли к проблемным объектам здравоохранения. В Избербаше с 2009 года строят больницу на 300 коек. В 2014 году работы были приостановлены. Сергей Меликов во время недавней рабочей поездки поручил принять меры для завершения строительства. Однако выяснилось, что заявка до сих пор не доведена до Минздрава России. И тут порция критики хватила на всех. И на главу Избербаша, и на Минздрав с Минстроем. Поезжайте в Москву, стучитесь в кабинеты. Согласовывайте, я не знаю, с Николаем Николаевичем, согласовывайте с Нариманом Махмудовичем. Упрощайте, я говорю, в конце концов скажите, там не будет больницы. Ну откажитесь от этой больницы, давайте там детский дом сделаем. Карим Даниев, Арсен Набиев, новости ННТ, Махачкала.